Продолжаем мир проходить, пятый фаркроец. Так, не буду взять все это. Привет. Вот. Есть минутка? Нет минутки. Ты поможешь нам вернуть гору? Нет. Никому я ничего не должен. Эй, подредим. Разговор есть. Хы. Я нашел баг. Я нашел баг. Хы. Вел суету. А дверь тут нельзя починить. Вау, тут я навел суету просто с горелкой. Сорян, мне просто интересно было механику проверить. Я не думал, что это вообще можно сделать, а это, оказывается, можно. Хы, забавно. Короче, продолжаем играть в Паркроец. Сейчас мы идем, берем наш самый классный вертолетик. Во-первых, меняем оружие нормальное все-таки. И летим отсюда нахрен. Бро, быстрее. Давай. Да ты уже не нужна, сорян. Сори, бро. Сука, они пропали. А, они пропали. Вот мрази. Сука, хотел их сбить. Сука. Вижу врага! Да даже я уже не вижу. Окей, пофигу. Начинаем проходить мы сейчас, короче, следующий, как бы такой, квест. Полетели. Будем медведя забирать. Нормальный это карась? Упс. Ой, аванпост. Фига, неожиданно и приятно. И как я тут кого-нибудь заметил? Хотя я здесь не прилетал, поэтому... Фига, ты телепортишься. Ебать, что за читы? Ой, ты глупая. Тупой. Ты уже дед. Вон ты хупуй. Сейчас буду.
Стой. Вставай, вставай, вставай. Ай-яй-яй, вставай. Не надо здесь сражаться, это слишком долго, муторно. Все? Но он же не захватился, алё. Конечно. Вспомним прошлое, простую и суровую жизнь. Когда мы были... Я же не захватил вам пост, он теперь не наш. Ну, не наш. Не могу так быстро захватить. Видите, он не захвачен. Хотя при этом врагов нет. Что за баги? У меня такого никогда не было, не знаю, что делать. Третий раз приезжает, сука. Пробудит наши силы, вернет нас к жизни. О, это подгон. Я на кого-то слышал. Ах ты ж, сука, блядь, пиздец! Ебать, ты напал на меня, мразь! Вот, сука, а ну-ка давай шкуру. Шкуру гризли. Жизнь. Чё нужно сделать? Опять под карте, тут. Сука, я свой вертолет сломал. Я не понимаю. Алло, я освободил лагерь. Я же освободил. Тут нет врагов. Эй. Блять, серьезно? Вот псины.
уже говорил с Лаем. Эй! Весточку получил. Вот черт! Он опять устроил охоту. Будь осторожен, его люди могут быть где угодно. На нас охотится. Короче, получили мы весточку, мать его. Блин, даже помощи не могу никак. Убийство. Ой, группа захвата, мать его. Ну и где эта сраная группа захвата? Я хочу ее в лицо видеть. Где? Взвод приближается. Ну, приблизься. Типа, это вот она и есть? Кызык, вот она приближается, честно. А, вот. Нет, обычный или нет? Нет, обычный. Ладно, фиг с этой группой. Захвата хрена-то. Мы еще к луку как бы идем. Грейс, ты ведь была на ближнем востоке. Вдруг захватывай. Приближайся, мне жалко, что ли. Так и есть. Чужаки против соседей. Приближайся. Мне пофиг, я не боюсь. Я, сука, на вертолете. Приближайся ты. О, аванс лайк. Аванс, аванс. Аванпост. Я хочу извиниться за вред, который я помог причинить людям в данный день. Блядь, что за кассена сраная? Почему? Я ничего не сделал. Да, за ней нельзя никак попасть. Край третий. Хы-хы-хы. Они хотят этого. Нет, хватит. Испытывает всех. У меня была жена. Красавица, да? Да, классная татушка. У нас должен был родиться первенец. Да мы и сами были детьми. Я был в ужасе. Боялся отцовства. Считал деньги. Она нет.
верила, что все образуется. Она всегда верила. Однажды она поехала в гости к подруге. Потом авария, и Бог взял ее. Эх, печаль. Меня повезли в больницу и оставили в палате с маленьким розовым комочком, утыканным трубками. Сказали, что я должен быть сильным, потому что малышка выживет. Господь сберег нашу дочь. Врачи оставили меня с ней наедине. И я смотрел на дочь. Такую беззащитную, невинную. У нее был только я. Никто из ниоткуда. Ни с чем. И в тот момент я понял, что это испытание. Бог указал мне путь. Оставалось лишь сделать выбор. И я возложил руку на ее головку. Склонился, вдыхая ее запах. И мы молились о силе и о мудрости. Все понял, постиг Божий замысел. Я взял пальцами пластиковую трубку, прилепленную к ее ангельскому личику, и плотно сжал. Сука, бессовестный мразюка. Ты сволочь. Еще. Ты сволочь, братан, все. Ты сволочь. Пыль? Ой, нет, шкатулка, ну сука. Ой, блед. Где ты уже проходил это? Секунды. Драгоценно отнимаешь, не мразь. Хорошо. Да зашибись. Вот здесь уже подольше. Но все равно. Да зашибись.
Ладно, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Удачи в следующем выпуске. Всем пока. Увидимся.